преподобные Заволон и Сосанна, родители святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Святой Заволон происходил из знатной христианской семьи, доводился родственником самому святому великомученику Георгию и пользовался расположением императора Максимиана. Заволон был известен как храбрый полководец. Во время войны с франками он пленил царя франков и его вельмож, коих привел к императору. Царь приговорил пленников к смерти, но они воззвали к Заволону о заступничестве и просили дать им возможность принять христианство. Смертников окрестили, и, став им крестным отцом, Заволон уговорил царя помиловать франков. А те же, в свою очередь, распространили среди соотечественников христианскую веру. Следом за этим святой Заволон отправился в Иерусалим поклониться святым местам. Там он раздал все свои трофеи нищим и сам подвязался в послушении патриарху Иерусалимскому Ювеналию. Первосвятителю нравился благочестивый Заволон, и он женил его на своей сестре святой Сосанне. Супруги уехали в Каппадокию, где у них родилась единственная дочь, равноапостольная Нина. Воспитав дочь в благочестии и непрестанном служении ближним, Заволон удалился в пустыню к святым отшельникам. А Сосанна была поставлена патриархом диакониссой при храме гроба Господня. Точное время кончины святых супругов Заволона и Сосанны неизвестно. Второе июня. День памяти преподобных Заволона и Сосанны, родителей святой равноапостольной Нины.